Витископ. Те принципы, которые мы предложили, то есть два принципа. Спорт высших достижений, рейтингования и массовый спорт, куда захотят ходить дети заниматься спортом. То есть оба принципа, они дают возможности и олимпийским, и неолимпийским видам спорта одинаковые. Просто если в рейтинговании мы учитываем, например, мы учитываем успех того или иного вида спорта за последние, там, допустим, 5 лет на самых главных соревнованиях, это Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы, то неолимпийские игры, неолимпийские виды просто будут недополучать какой-то коэффициент, потому что они не являются, они не могут обеспечить олимпийского чемпиона. Но это не значит, что если они по всем остальным критериям если они хороши по всем остальным критериям, значит, они будут все равно высоко представлены в рейтинге. Поэтому, конечно же, олимпийские виды спорта будут иметь определенный приоритет по той причине, что они представлены на самом большом и самом престижном олимпийском форуме. И государство заинтересовано быть представленным на Олимпийских играх. Но в то же время те виды спорта, которые являются олимпийскими, но при этом никогда не приносили нам никакого результата ни в медалях, ни в массовости, ни в, скажем, в решении каких-то вопросов социальных, то эти виды спорта будут проигрывать не олимпийским видам спорта, которые решают все эти вопросы гораздо успешнее. Витископ. Спортивное видео.